от хупов избавиться. Все, стой, 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 стой! Блин. Да вставай давай, сейчас хупы приедут. Это машина победителя. Это машина чемпиона. Дороги. Куда? Ну это, конечно, это просто подстава. Волноваться не стоит. Так, первый круг отлично. Нет! 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 Конец. Все. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами GTA 5. Итак, у нас с вами так, у кого-то телефон что ли заиграл? У толстого этого? Вот этого толстожопого, короче, телефон заиграл, да? Так, мы в конце прошлой серии с вами закончили убийство, квест. Ну и, наверное, с него же и начнем. Сначала убийство, а если оно исчезнет, то пойдем на, как его, Дэвин. Вот. Так что едем, короче, к Лестеру на убийство. Мотопедку менять не буду, в принципе. На ней и так нормуль. Вот. Поэтому поедем на мотопедке. Ну, если для задания нужна будет тачка, то пройдем тогда. Что уж делать-то? Что уж делать-то? В комментах вы написали, что начинается вроде как жара. Я так предполагаю, вы имеете в виду, это связано с похищением жены Мадрасо Тревором. Вот. Ну, я, в принципе, тоже чую, что будет какая-то жопа, потому что Мадрасо все-таки такой, ну, как бы он влиятельный человек, и в то же время он обезбашенный чел. Вот, связей у него много. И он замутит какую-нибудь там, не знаю, охоту, что ли, наверное, на Тревора и Майкла. Либо что еще похлеще. Ну, поживем, увидим. Поживем, увидим. Так, окей, мы приехали. Ага, вот здесь. Снова телефонная будка. Кто не понравился тебе на этот раз? Человек по имени Айзек Пенни, безжалостный капиталистический стервятник. Собирается приобрести контрольный пакет акций компании Rapid Motor Company и уволить большую половину рабочих. Пенни, он из породы миллиардеров-жмотов, ездит на работу и домой на автобусе. Я подумал, что ты мог бы сесть в водительское кресло и высадить этого гандона там, где ему нужно. Отлично, только одно но. На твоем месте я бы не стал покупать акции Rapid до завершения сделки. Окей. Так, угоните автобус. Угнать автобус. Окей, окей. Так. Ищем автобус. В принципе, он... Такой-то автобус еще не подойдет, нет? Нужен какой-то особенный автобус, что ли? Наверное, на стоянке автобусов, наверное. Скорее всего. Такой чисто... Просто ходящий уже автобус, он, наверное, не подходит. Скорее всего, на стоянку надо ехать. Ну, либо какой-то особенный маршрут. Чисто его маршрут, как бы. Ну, того чувака. Вот. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Ну, окей, мы уже почти добрались. И, наверное, скорее всего, автобусная станция. Это, как его, парковка. Ну, я же говорю. Окей, у меня вождение теперь супер-пупер. Так, ладно, угнать автобус и любой автобус, да? Без разницы какой. Этот, не этот, там он тот. Любой, наверное, да? Ну, давай попробуем. Сядем в этот. Да, любой. Так, езжайте по маршруту, пока не найдете цель. Окей, поехали. Еще и в... Мы, короче, в качестве мусорщика уже гоняли, в качестве... Тягача уже гоняли, короче, эвакуатора, то есть. Еще вот мы. Извините, что опоздал сегодня, мой первый день.
чтобы заглянуть внутрь автобуса. Да ладно. Надеюсь, нарок нет пробы. Вчера я за 3 часа проехал только километр. Нормально. Месы, доедем. Доедем сейчас с ветерком. Так вот, мы водителем автобусов, мы еще не работали. Мы еще кем не работали? Копами вроде. Ну, копов мы и так на копах работаем. Не работали пожарки. Не работали... Что же вы такие мрачные? Морда треснет. Понятно, не надо быть мрачным, а то морда треснет. Прислушайтесь к Франклину, он дело говорит. Не надо быть мрачным. Нужно быть веселым, позитивным человеком. Это я тебе говорю. Это я тебе говорю. Залезай быстрее, мы опаздываем. Да где же этот утырок? Что, мне весь маршрут надо проехать, короче, по всему городу, чтобы его... И на последней остановке, на предпоследней, наверное, остановке сядет этот чувак, короче, и поедет до конечной, одну остановку. Да. Нормально. Людишки, вы как там сидите? За проезд не забыли заплатить? Где моя кондукторша, кстати? Должна бабки собирать ходить. Вы опоздали, очень-очень опоздали. $1.50. Мистер Пенни, если не ошибаюсь, опять цены подняли. Обойдусь. Это грабеж. Эй! Ликвидируйте цель. Да ладно. Нормально? Он спер, короче, велосипед и погнал. Я думал, что тебе нужно подвезти. Что ж ты резину тянешь? Все, ликвидировали цель. А выйдите из автобуса. Так, народ, давайте, кто-нибудь умеет из вас водить? Давайте сами. Так, покиньте территорию. Опа, покину территорию, мне надо от копов избавиться. Все, стой. Блин. Да вставай давай, сейчас копы приедут. Так. Извини, подвинься. Тачка моя теперь. Оторвитесь от копов. Ну, естественно. Естественно оторваться от копов. Ну, на такой тачке-то я оторвусь 100%. Ну, я уже, наверное, оторвался. Надо куда-нибудь заехать просто. Ну, постоим здесь. Сейчас развернусь, чтобы нормально можно было выехать на всякий случай. Оп. Ну и все, вот мы и оторвались. Можно даже пригнуться, не знаю. Все, делов-то. Так, Лестеру надо позвонить, звякнуть. Зеленый свет, все готово. Все готово, все отлично. Окей. Первое задание прошло легко. Ух ты, сколько? 5 косарей. Спасибо. Спасибо, Лестер. Жду от тебя еще таких заданий. Так, ну пока их нет. Пока их нет, мы поедем, короче, к Дэвину. Красть тачки, наверное. Погоди. Есть же гонка, да? Есть же гонка, мы, в принципе, от нее недалеко. Ну-ка, давай-ка сгоняем. Сгоняем, в принципе, у нас машина тоже, в принципе, гоночная. В принципе, она, смотри, как рвет. Так что гоночку мы сейчас с вами... быстренько пройдем, как нефиг. По принципу, как в прошлый раз. В повороты входим на спецспособности. И все. И все. И делов-то. Делов-то. Вот видал, как она рвет? Видал, как она рвет. Все четко. Это машина победителя. Это машина чемпиона. Машина просто чемпиона. Так, окей. Здорово, чуваки. 1250. Что за деньги? Это не деньги. Это херня. Окей. Сделай это, малыш. Сделай, Несы. Покажи мне, на что ты можешь.
Сейчас, смотри, смотри, что я могу. Оп, видал? Идеальный старт сразу. Сразу идеальный старт. Я сразу профи. Ой, не на ту кнопку нажал. Так, ладно, поехали. Окей, один оторвался. Да как нефиг мою сейчас. Оп. Расслабься, понял? Оп. Все. Оп. Все. Они так не могут, они сейчас там половина, наверное, пролетит этот поворот и все, либо затормозят на нем. Как нефиг. Как нефиг. Я говорю, я победитель. Победитель по жизни. Наверное. Наверное. Все, все. Да как нефиг. Тут даже можно спокойно ехать, и скорость даже не прибавляет. А нет, смотри, уже догоняют, в принципе. Ух ты! А я про... Блин, я промазал еще на кнопку. Нифига себе такой подставной поворот просто. Хорошо, что заметил стрелку. Ну, как бы, направление стрелки. А, второй круг. Здесь два круга еще. Это фигня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, понесло, понесло. Да в смысле? Я кнопкой путаю, короче. Окей. Ладно. Тут мы накосячили. Сейчас мы с вами исправим это дело. О, вот это было жестко. Этого нельзя было допускать. Ну ладно, фигня. Фигня, фигня. Вообще фигня. Да твою мать. Все против меня. Да нифига, я короче, я этот, я чемпион по жизни. Я победитель. Да в смысле? Пошел вон. Пошли с дороги. Куда? Ну это, конечно, это просто подстава. Это просто подстава. Да фигня. Сейчас. Ну, сейчас уже не догнать будет, но мы с вами со второй попытки мы пройдем. Со второй попытки пройдем. Здесь, наверное, нельзя, да, заново начать сразу. Надо до конца доехать. Надо именно проиграть, короче. Именно проиграть. Ладно, фигня. Да фигня, фигня, шестое место. Да блин, я это вылетел там с дороги, там нечестно было. Нечестно. А машина-то не починилась. Ой. А тут старта идеального не было. Ну ладно. Подумаешь. Давай пока. Так, давай пока. Окей, окей. Вот так вот. Потому что подлетел. Хорошо. Лоп. Вот так. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не надо, не надо, не надо, не надо. Стой, стой. Вот, а, хорошо, отлично. Шикарно. Так. Вот здесь надо аккуратно. Чтоб не подлетать. Чтоб не подлетать. Блин, блинский. Машина носит. Блин. Ну, такими темпами мы даже научимся, короче, эти. Дрифтовать. Просто тупо дрифтовать. Так, отлично. Отлично, первый круг почти готов. Поэтому волноваться не стоит. Так, первый круг отлично. Поехали дальше. Поехали дальше. Что там, I love you sprite, что ли, или что там было? Так, чтоб не подлетела машина. Окей, давай это
вот до сюда доедем, короче, я вот так вот сделаю. Можно еще вот так вот сделать сразу же. Так, выровняться спокойненько. Ну, вот, все отлично. И несемся дальше. Просто несемся. Порывах ветра. По ветру. Оп. О, я тебя не заметил, стой. Блин, я слишком сильно разогнался, короче, поэтому я не знаю, как мне выруливать. Нет! 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 Майкл, ну что? Ой, какой Майкл, ну Франклин, ну что? А здесь можно как-то переиграть? Можно как-то заново начать? Боже ты мой. Вот это подстава. Вот это самое, что ни на есть подстава. Пипец. Короче, и тем более уже светает. Все-таки мы с вами, короче, просрали. Все-таки мы с вами, короче, просрали эту гонку. Так, как мне теперь наверх-то подняться? Хрен поймешь. Хрен поймешь, как теперь наверх подняться. Вот, вроде... подъем. Ну, они уже, наверное, там финишировали. Потому что... Надо ж так было вылететь. Просто. Это просто. Давай еще раз вниз вылетим. Да, видишь, они там уже рассосались по городу, поэтому. Я не знаю, если мне, наверное, сейчас не даст, ну, пройти заново. А нет, смотри, повтор можно сделать. А даже рассвет, даже пофиг, даже на рассвет даже пофиг, нифига себе. Ладно, третий раз. Третий раз я чуть не вылетел уже. Козлы подрезали. Подрезали. Видел, да? Видел? Нечестно. Подрезали. Окей. Ничего, Бог любит троицу, поэтому мы сейчас с вами их сделаем. Видал, как я резко повернул? Хлоп, видал, как я резко повернул? Говно ссаное. Одна единственная машина на всей трассе просто. И я в нее, короче, впилился. Ну ладно. Так, здесь главное не подлетать. Все хорошо, едем. Так, главное не вылети. Кто? Кто там догнал меня? Кто там? Кто там такой? Бессмертный. Смотри. Ты так не можешь. Я единственный, кто так может. Понятно, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ну, Франклин, твою мать. А можно как-то отменить гон? А? Можно как-то отменить гонку? А, погоди, на телефоне же можно. Да, там, по-моему, как-то делается это. Завершить там, не завершить. Список дел. Нет дел, которых можно присоединиться. А, по-моему, как-то можно было, нет? Служба спасения, Джимми, Саймон, Стрэйч. Так, погоди, а кто там? А кто там не присылал, типа, насчет гонки-то? Какой нафиг интернет-то? Куда влез? А, так, погоди, вот здесь вот. Думаю, должны рискнешь попробовать, вот. На автостраде. Я хочу отменить гонку. Ох, блин, а как? Как-то же можно.
Погоди, как-то же можно, наверное, скорее всего. Вернитесь в машину. Не хочу. Не хочу я возвращаться в машину. Я его просто сейчас уничтожу. И, наверное, будет конец. Все, провал. Транспортное средство уничтожено. Повтор. Окей, можно еще повторить, кстати. Давай еще разок повторим. Если нет, то пойдем выполнять задание. Опа. А я уже на своей машине. Ты прикинь. Ну, всем капс, да, значит. Значит, всем капс, да. Я на своей тачке. Ну, у меня, смотри, машина-то послабее по прямой, да, наверное, получается. Если так посудить. А то я могу вот так сделать. И на втором повороте также. Сделать вот так. И все. А то, походу, моя машина устойчивее на дорогах, ее не так, наверное, носит. Хотя фиг его знает. Вот, короче. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как занесло-то, как занесло-то. Все, поехали. Пускай копится. Суперспособность, а то мы сейчас ее так всю истратим, и все. И наприезжаемся. Далеко не уедем. Так, окей. Первый круг. Первый круг, едем теперь аккуратно, спокойно. Чтоб не вылететь опять через барьер. Через... Ай, зацепило меня. Так. Отлично. Здесь вот так, так же поворачиваем. Окей, окей, окей. Все, хорош. Шикарно. Пускай копится. В принципе, спецспособность накапливается быстро. Это радует. Выровнялись. Здесь аккуратно, блин. Я в прошлый раз туда вылетел. Здесь, по-моему, да? Ай-яй-яй-яй! Фу. Фу. Просто фу. Было опасно. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стой, 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 стой. Нет. Отвалили. Отвалили с моей дороги. Нет. Так, 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 так. Все, есть, есть, есть. Ну, это моя машина. Это моя машина. Не то черное быстрое говно. Ну, та быстрая, да, но она, блин, как пуля просто влетала через эти, через отбойники, через эти. А это моя машина-то потяжелее получается. Поэтому она более поустойчивее на дороге была. Так, окей, едем к Дэвину. Едем к Дэвину. Блин, ну с четвертого раза. А прошлую гонку, я не помню, со скольки раз мы прошли прошлую-то гонку. Тоже, наверное, с третьего, с четвертого раза вроде как. Но четвертое это победное наше число, короче. Будем считать так. Будем считать так. Ну, видишь, да, на прямой моя машина не совсем быстрая. Та разгонялась быстрее. Тот спорткар разгонялся быстрее. Моя, видишь, она просто потяжелее. Да куда ты поплыла в асфальте?
настолько тяжелая, что провалилась в асфальт. Окей. Так, ладно. Сейчас, наверное, красить какую-нибудь точилу надо будет. И я так предполагаю, то, что Майкл... Так, они же засели, да? Я же их не могу выбрать. Да. Я так предполагаю, то, что Майкл и Тревор засели. Я буду один, короче, выполнять сейчас. Так, чё, граната? Ладно, убери гранату. Да убери ты гранату. Молли. Эй, Молли, я в студии. Так, прыгай через стену, и машина на стоянке. А дальше что? Туда пускают только актеров, играющих главную роль, и каскадеров. Так что можете переодеться и сойти с одного из них. Или попробовать что-нибудь другое. Ладно. Когда пройдете мимо охраны, видите, что за вами не следят. Позвоните мне. Так, пробраться на территорию. Пробраться на территорию, но надо без граната. Окей. Пошли. Сигаем через... Найдите актера. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Так, актер он... А, в этой, в актерской будке, значит, да? В этой. По фруктовом салате были ананасы. Сколько можно говорить, что у меня аллергия, ты понимаешь? Слушай, Тина, вали отсюда нахрен. Меня тошнит от твоей морды. Так, вы можете вырубить актера и взять его одежду. Окей, надо, наверное, подкрасться. Вот так. Сейчас мы переоденемся. Кстати, а этот Майкл-то на этой киностудии продюсер. А я тут такую херню сейчас буду страдать. Сейчас как из-за этого, наверное, какая-нибудь подлянка будет у Майкла. Вот 100%. Неплохой прикидончик, Франклин. Тебе идет. Так. Тачка, тачка. Что сказал? Черт побери, где Брэндон? Ищите его. Кто-то должен его найти. Кто-нибудь знает, что это за тип? Новый каскадер, что ли? Мне казалось, что все каскадеры обговариваются со мной. Я штраф платил. Чего? Охрана студии вас заметила. В смысле? Не понял. Не понял. Охрана меня заметила. В смысле? Сядьте в машину. Ну. Так, здорово. Погоди-ка. Черт побери, где Брэндон? Ищите его, кто-то должен его найти. Зачем нам все эти декорации, если даже голову Брэндона к телу этого парня приходится прицеплять в постобработку? Наденьте на него маску, что ли. Или загримируйте. Охрана, охрана. Да в смысле? Я же каскадер, я же дублер. Какого хрена меня тут убивают? В смысле? Зачем? Да и тупо мне надо, короче, не задерживаться, сесть в машину и все. Ну, быстренько. Ладно, допустим, сейчас попробуем так сделать. Что за подвохи? Иди нафиг. Что за подвохи? Что за подвохи? Все, пока. Все, пока. Это, короче, тачка из Джеймса Бонда. Ой. Ты его сбил. А нефиг там шастать, короче. Это, короче, тачка. Доставьте машину в гараж. Эта тачка реально из этого, из Джеймса Бонда. Видишь, у нее пушки даже на этом. И она, короче, смотри. По-моему, не ломается, да? Отвали от руля, мне нужно убраться отсюда. Ой. Оторвитесь от охраны. Так, охрана, свалили. Чтобы разбросать шипы,
Нифига себе. Окей, ладно. Допустим. Разбросали шипы. Оп. Блин, а ее носит просто малейшая, короче, какая-нибудь помеха ее несет просто. Недооцениваешь мой гонорар. Да мне вообще на тебя насрать. Да хорош, че ее так носит? Нажмите красная кнопка. Да ладно. Если машина у вас, отгоните ее в КС Алта, в Южный Лос-Антос. Мистер Уэстон сейчас готовится к марафону, он сможет... Тачка у меня, все круто, никаких проблем. Это хорошо, судья уже тратит кучу денег, так что лишние проблемы ей не нужны. В каком состоянии машина? Мы собираемся делать так, чтобы орудия стреляли в настоящем боеприпасе. Стоит ли заодно менять шипы и катапульту? Да, и то, и другое нужно менять. Отлично. Вот еще. Охрана мистера Уэстона обеспокоена тем, что у гаража бродит подозрительный тип. Если что, то увидите, сообщите нам. Ладно. Красная кнопка. Я почему-то думал, красная кнопка, она сейчас, знаешь, это как нитро. Типа закись азота. Это реально, знаешь, реально похоже на тачку Джеймса Бонда. Ой, я проехал сквозь бордюр какой-то. Так, ну ладно. Стреляет настоящими патронами. Я, кстати, у меня не получилось пострелять. Видишь, я с этого, с УЗИшки стрелял. Но я разбрасывал шипы. А как стрелять? Пушки-то стоят. Как-то можно стрелять, значит. Было бы прикольно, если бы дали пострелять. Или там была, может, обучалка, как стрелять. Я просто пропустил. Как вариант. Интересно, я сейчас вот эту миссию пройду, и, наверное, можно будет на свои тачки ставить такие шляпы, короче. Так, ладно, у гаража бродит какой-то тип. Ой, я еще не заехал, уже закрывайте. Так. Хорошо. А, это этот танцует тут, я-то думаю. Да у тебя тут уже репутация. Страховые компании терпеть не могут такие дела. Ну, правда, кому понравится, когда его разводят. Ну, как все прошло? Довольно гладко, сам понимаешь. Киношники. Знаешь, в чем прикол? Мне принадлежит большой пакет акций этой студии. Так что мы в каком-то смысле действуем по закону. В каком-то смысле. Твою мать, только посмотрите на этого засранца. Нигер, да ты крут. Прямо киногерой. Ламар, какого хрена ты здесь делаешь? А я просто звякнул твоему Тревору. Это полный капец, искать своего кореша. Через какого-то долбанного амфетаминщика. Точняк. Дэвин Уэстон. Спец по двухчасовым женским оргазмам. Чё как, кореш? Ламар Дэвис. Он уже как раз уходит. Не, это вряд ли. Пацан, хочешь хорошенько заработать? Твою мать, ищу бы, я всегда ищу способ срубить бабла. Вот такие люди мне и нужны. Предсказуемые. Слушай, мы могли бы перехватить твоего пацанчика. Да, Нигер, точно могли бы. Именно это вы и могли сделать. Точно, зашибись. Зачем втянуть его в дело? Запряги, угони. А я хочу получить свои деньги, чтобы... Ой, нет, я чувствую эмоциональное напряжение, умник. Он сердце, но ты же мозг. Я что, не прав? Сразу видно. Слушай, я хочу, чтобы ты был на стрёме, когда будет вывозить все это говно. Как скажешь, чувак, позвони мне, когда закончишь. И сделай так, чтобы мы получили свой гребаный чек, ясно? Чао, малыш. Такие дела. Ну да, точно. Подойди сюда. Дам тебе поговорить со своим юристом. Эй, кореш, не трогай меня. Я не по этой теме. Да. Тащи давай. Тощий. Тащи, тощий. Чё там давай? Так, ладно, окей. Глубокое внедрение. Окей, глубокое внедрение. Ну, окей. Мы с этим совсем разобрались так-то. Вот. У Франклина больше нет заданий, кроме Майкла, получается. Ну, два. А одно, наверное, это гонка. Ну, она ночная опять, наверное, да? Скорее всего. Вот.
Так что в следующей серии мы отправляемся с вами к Майку. Вот. Ну а пока, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.